поступила информация, что в парке бандиты нагло воруют и на замечания не реагируют. Провел быстренькое расследование, и в конце фильма будет ответ и причина, почему это происходит. Мы тут немножко работают, товарищи. Подойдем, узнаем, как обстановка. Здесь ребята заканчивают работы по подключению насоса для дополнительного полива. У нас тут типа капельный полив, все такое сделано по периметру, под деревья тоже. Ну и дренажный насос тоже самое. Так что до последней встречи, как говорится. Идет под подсоединение насоса к трубам. Что у нас тут с водой? Вот наша контрольная метка. Смотрим, еще чуть-чуть опустилась труба, то есть вода поднялась чуть-чуть еще, чуть-чуть буквально. Но это незначительно. Все жду, когда откроется. За счет грунтовых вод циркуляция идет постоянно. И уровень воды будет колебаться, то выше, то ниже. Поэтому здесь с запасом мы это не переживаем. Вообще обнаглели. Семена травы выклевывают, а? Ну, кыш отсюда. Это не ваши семена. Кыш, говорю, кыш. Все семена травы этот самый, то, что дождем выбило, они уже все собирают здесь. Ах, вы бессовестные. Вы их сеяли, что вы как выклевываете, а? Вот хулиганье. Кыш, кыш, кыш. Ладно,